конце прошлого года завод по переработке жидких радиоактивных отходов получил отдельное разрешение Госатомрегулирования Украины на эксплуатацию завода. Сейчас выполняются работы по выполнению условий данного разрешения. В частности, это переутверждение проекта и подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию по строительному законодательству. В апреле месяце у нас были закончены приемочные испытания по автоматизированным системам. И также параллельно сейчас выполняются работы по определению составов цементирования кубовых остатков других атомных станций Украины. В рамках этой работы было на запожиро поставлено две партии отходов.